Я хочу вам представить Ольгу Гашкову, основателя школы по полу в городе Одессе. Привет. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, как пришла идея о создании твоей школы? Вы знаете, я 9 лет прожила в Нью-Йорке и тренировалась самостоятельно, общалась с лучшими игроками мира, такими как Мика Имманен, Торстен Хоффман, Тони Роблес. И приехав обратно в Одессу, вернувшись в любимый город, я решила, что я хочу поделиться опытом и своими знаниями со всеми желающими, кто хочет обрести эту игру. В Нью-Йорке я тоже тренировала детей и поняла, что растить будущих чемпионов – это мое призвание. Создание школы в Одессе – это стало моей основной задачей. Где проходят твои тренировки? Тренировки проходят в самом престижном клубе города Одесса. Это бильярдный клуб «Арена», который находится на улице Посмитного, 2. Это на территории санатория «Молдова». Скажи, пожалуйста, а как заинтересовать людей, которые не связаны с бильярдом, в твою школу? Бильярд – это не просто игра. Бильярд развивает скорость мышления, расчетливость, предусмотрительность, учит терпению и концентрации. Ну и как любой другой вид спорта, бильярд организовывает. Какая возрастная категория посещает твои уроки? Вы знаете, у меня есть дети и 8 лет, есть 12 лет, 14, 26. Есть взрослые, уже состоявшиеся люди, 40 лет. То есть в бильярд могут играть все. Все, кто заинтересован, пожалуйста, мы всегда будем рады вас видеть в нашем клубе и обучать в нашей школе. А как можно записаться к тебе в школу? Вы всегда можете найти меня в нашем бильярдном клубе «Арена», который находится на улице Посмитного, 2, в районе санатория «Молдова». И любую другую информацию можно прочитать обо мне на веб-сайте www.olgagashkova.com. Спасибо тебе большое. Я желаю, чтобы твоя школа росла, достигала больших высот, и удачи тебе. Спасибо огромное.